Приветствую вас. Я думаю, что для того, чтобы ответить вам на вопрос, что нужно в себе развить и так далее, необходимо для начала разобраться, как вы оказались в этом самом периоде застоя. Как вы в него вошли, что поспособствовало тому, что этот период у вас начался, что поспособствовало тому, что этот период у вас случился, что он у вас произошел, вот. А мне кажется, что так, потому что, ну, делать какие-то выводы, да, вот именно выводы какие-то делать, основываясь на, значит, только на том, что вы нам написали, да, ну, мне не кажется это чем-то правильным, потому что это получается, что мы вам, ну, что мы вам директируем, то есть мы именно заставляем вас делать какие-то вещи, то есть мы говорим вам, как нужно, вот. Мне это не кажется чем-то правильным, мне это не кажется чем-то вообще полезным, вот, для вас, потому что ничего хорошего из этого, ничего хорошего из этого, как правило, не получается, вот. Ну, просто потому, что человек, он не научается, действовать сам. Человек еще больше привыкает к тому, что им руководят. Вот. То есть, если вы хотите реально решить свою проблему, то лучше, конечно, поисследовать вот этот момент, значит, как вы оказались ну вот, в данной ситуации, да, как вы в ней оказались, что вас в эту ситуацию увергло и так далее. Это будет куда более правильно. Это будет куда более даже неправильно, а полезно. Полезно для вас это будет. Вот. Это будет для вас гораздо более ну, значимо. Вот. Это то, что можно вам сказать. То, что можно вам сказать, именно вот исходя из того, что вы написали. Вот. С другой стороны, ситуация заключается также и в том, что вам чисто объективно, могут мешать такие вещи, как внутренние блоки, вам могут мешать такие вещи, как комплексы, например, как неудовлетворенность, страхи и так далее. То есть мне сложно, конечно, представить себе ситуацию, в которой вы этого не знаете без меня, то есть, скорее всего, вы в курсе этого всего. А это вам объективно мешает. Другой вопрос, что то, что я сказал, да, это, ну, это вообще вот просто, знаете как, это просто набор таких определенных штампов, да, вот. То есть это, по факту, это
может быть справедливой для всех. Вот. Как должно вам развить, вот развить в себе нужно, да, тоже достаточно такие стандартизированные вещи, вот, потому что, ну, это то, что полезно будет для, ну, для каждого, для всех, вот. То есть, это такой момент, да, который справедлив для всех, и вот не хотелось бы вас как-то вот деиндивидуализировать. Я все же думаю, я все же считаю, что, ну, что вы достойны большего, да, вы достойны большего, чем деиндивидуализация такого рода. Вот. Но это зависит уже от вас. То есть это зависит исключительно от вас, как бы, хотите ли вы этого или нет. Вот так, примерно. Также не очень понятно, для чего вы написали свою дату рождения. Это как бы, ну, то, что вам 30 лет, да, это для психолога, конечно, это имеет значение. Для психолога это имеет значение, конечно. Вот. Но не сказать, чтобы прям такое уж решающее. Вот. И я могу из этого сделать вывод, что вы, возможно, обратились к эзотерикам, а не к психологам. Вот. И если вы ошиблись, то, конечно, было бы здорово, вот именно если вы ошиблись, то было бы здорово, если вы, ну, задали свой вопрос в соответствующий раздел, да, то есть раздел эзотерики, если вы действительно обращаетесь к эзотерикам. Вот, ну, примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете, примерно так можно вам ответить. Я понимаю, что это, ну, мало, я понимаю, что это немного, я отдаю себе в этом отсчет. Вот, но, тем не менее, больше пока что ответить вам нельзя, потому что слишком мало информации. Вот. И что-то рекомендовать, да, вот, что-то советовать вам, ну, как бы, вот, просто что-то советовать, не зная, какая у вас проблема, да, не знаю, как вы оказались в этой ситуации в своей, ну, мне кажется, это непрофессионально, мне кажется. То есть, вот, я думаю так можно вам ответить на ваш вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, например, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим.
Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам найти того специалиста, которого вы ищете. Ну, то есть, понятно, да? Именно того, к кому вы обращаетесь. Вот. И надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Я желаю вам удачи.